хотела рассказать. Хотела со всеми поделиться, сделать для всех такой подарок тоже. Ну, почему бы нет? Вот. Последние дни, последние там недели, значит, подружка, с которой мы сейчас на пляже, некоторое время назад прислала мне видео с потрясающей девушкой, которую зовут Нелли Давыдова. Она у меня есть в моих подписках в Инстаграме. Я очень всем рекомендую зайти и посмотреть, о чем она говорит. Она ведет прямые эфиры, у нее есть в Ютубе очень классный канал, где очень много видео. Вот, просто реально, ребят, если вы вот этим займетесь, то, что она предлагает, любые ваши там желания, мечты, все, что вы хотите, там, не знаю, там, бабла, там, здоровье, там, что угодно вот вам надо, вы все это, если вы поймете, о чем она говорит, я думаю, что, ну, у вас все получится просто, потому что уже несколько вещей, вот, которые я только начала там какие-то практики делать, то, что она показывает. Вот, тут птички, кстати, какие-то прикольные, не знаю, их будет видно, птички. Вот там птички сзади, за мной. Вот, короче, я попробовала буквально несколько каких-то вещей, и, ну, шикарно, просто все сбывается, там буквально на следующий день, все, что тебе надо, там, вот, все, что ты хочешь, и это вообще круто, блин, поэтому я в этот свой день рождения какая-то такая вся, блин, вся какая-то, блин, классная. Мне самой так все нравится. И я прям как-то счастлива. У меня, кстати, появилась, кто не в курсе, появилась страничка в Инстаграме, которая называется по-английски «Zahira Shetland is the best». Вот, я тоже как приглашаю всех на эту страничку. Это какая-то девушка, как я понимаю, делает, и она живет однозначно не в России. Я так и не очень поняла, где она живет и как ее зовут. Вот, но она делает какие-то классные клипы со мной. Вот, и там уже 3 видео есть каких-то, в общем, типа фан-клуб уже какой-то, вот, что-то уже такое есть. Поэтому мне очень приятно это все, прям безумно приятно, радостно, и ну, вот эти видео, они такие действительно прикольные получаются. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Вот, а если вы подпишетесь еще на этот канал, я думаю, и девушке будет очень приятно, и мне будет очень приятно. Вот, я на него тоже подписалась. Ну, это не канал, это как бы страничка в Инстаграме. Вот. Что еще? Что еще хочется сказать? Даже не знаю. Короче, ребят, я всем советую Нелли Давыдову, пожалуйста, вот, просто гляньте хотя бы несколько ее видео, и мне кажется, что, блин... Короче, кому я посылала, все с благодарностями пишут, говорят спасибо огромное, потому что оно очень помогает, правда. И прям вот жизнь меняется у людей, серьезно. Прям и отношение меняется к жизни, и ко всему, что происходит. Вот.